Самары, самые красивые девушки Самары. Звуки баяна и веселые песни слышны еще до начала концерта. В зал гости заходят уже с хорошим настроением. Самарцев снова объединил всеми любимый всероссийский фестиваль «Душа баяна». В программе гала-концерта награждение победителей, которых в этом году порядка 70. Ну и, конечно, творческие номера лучших из лучших. Танцы, игра на музыкальных инструментах, авторские песни, хор, чтение стихов. В этом году Самарская область снова удивила новыми интересными исполнителями. Хотя вроде... Самарская область этим проектом, она как бы обласкана. Фестиваль это ведь прославляет всю нашу национальную культуру, многонациональной страны. Поэтому это важно, это нужно и необходимо. И слава богу, что мы сейчас к этому вернулись, и мы начинаем гордиться своим происхождением, гордиться своей страной, гордиться своими традициями, помнить и чтить свою историю. Яркие улыбки, выразительные взгляды и сильные голоса. Солистки народного ансамбля «Песни славятся» рассказывают, участвуют в фестивале с самого его начала, с 2018 года. Девушки вместе с гармонистом в этом году стали лауреатами первой степени в номинации «Авторская песня». На сцене исполнили песню «Русская». Мы очень его любим. За праздник, за душу. Реально, это атмосфера очень приятная, дружественная. С воодушевлением, с надеждой на, наверное, еще большее творческое сотрудничество дальнейшее. И, конечно же, для нас это праздник, как всегда. Сколько здесь друзей, которых мы давно не видели, и здесь мы каждый год встречаемся. С каждым годом фестиваль расширяет свою географию. Он уже прошел в Сибирском федеральном округе, где участие приняли 7 регионов. В Приволжском федеральном округе участников регионов уже стало 13. Далее фестиваль пройдет на Дальнем Востоке, заявлены 9 регионов, и в Краснодарском крае, где охватит 10 регионов. Я люблю народную музыку, баян особенно. Зазвучание, объемное такое звучание. 10-й год участия в фестивале «Душа баяна» принимают музыканты казачьего ансамбля «Бравые ребята». Они стали лауреатами второй степени в номинации «Вокально-инструментальный ансамбль», после чего выступили на гала-концерте с песней «Роза белая». Нам очень нравится, конечно, новые песни здесь услышать, новых людей. Ну и мы тоже с новым репертуаром как бы здесь всегда принимаем участие. Всероссийский фестиваль «Душа баяна», который уже объединил множество творческих единомышленников, завершится в ноябре суперфиналом и большим концертом в Москве. Полина Чулюкова, Игорь Казановский. События.